Да, не так просто было достать видеозапись. Это сейчас идут по телевидению репортажи со всех стран. Можно получить любую информацию. Тогда достать информацию об игре даже чемпиона Англии было довольно тяжело. Как вы помните, те турниры были все-таки Лига чемпионов. Играли только одни чемпионы. С большим трудом, несколько матчей, но мы все-таки доставали и, конечно же, готовились к матчам, знали, кто играет, как играет, дома, на выезде, разница все-таки есть.